Он был фанатом Эйдена Пирса, славного хакера города Чикаго. Итак, надо начинать с самого простого. Заметка. Документ центра. Взломать время. Текстовое поле. Можно я пройду? Нет. Вы получше посмотрите. Хорошо. Да, есть, можно проходить. Эй, чувак, тебе доставка. О, спасибо. Ты принят. В следующий раз ломаем что-нибудь покрупнее. Spaz if you want to.